В Златоусте бездомные собаки едва не разорвали лосенка. Инцидент произошел на местном водохранилище. Я аж забыл, зачем сюда пришел. То ли рыбу ловить ему, то ли лося снимать. По словам очевидцев, из леса выбежал лосенок. Его гнала целая стая бродячих псов. В итоге животные загнали рогатого в воду. Отогнать разъяренных псов удалось только рыбакам. Ну все, рыбаки подошли, собака разгоняя. Местные жители рассказали, что в этом месте запрещено гулять с собаками. Однако на берегу пруда поселилась стая бездомных дворняк. Вероятнее всего, они и напали на дикое животное. Еще одна необычная встреча произошла на дороге на Таганай. Там молодые люди встретили лисенка. Братан, ты только не нападай на нас. Ой, совсем сопливый, ничего не боится. Беги скорее, люди злые. Любопытное животное с интересом изучало новых знакомых, а затем отправилось любоваться на горные пейзажи. А вот тебя мамка зовет, слышишь? Слышала, тявкает, как лиса? Местные жители говорят, что проходящие туристы охотно делятся с лисенком едой. Поэтому животное часто гуляет в этом месте и почти перестало бояться людей.